В супермаркете «Аврора» я купил чай. Торговая марка «Три слона». Чай черный, байхой, пакетованный. Мицный. 100 пакетиков без нитки. Ты видишь, нитку самому надо привязывать. Зроблений в Украине, але. Ингредиенты. Ага, в Молдове. Или в Украине. 4,18 здесь укварена распаковка. Здесь написано, что Молдова. Состав чая Индия, Цейлон, Кения, да? Или что здесь у нас? Склад, склад сумесь чаю индийский, цейлонский, кенийский, черный байховый, дрібного помолу, сорт перший. Да вы что? 150 грамм. Стоит 64 гривны, это где-то около $1.80, да? Ну что ж, откроем, посмотрим. Вот. Кто в Авроре не бывал, тот чай не видал. Ничего себе, как скручено. Патронташки. Это как горчичники, что ли. Да. Ну что, будем пить.